Всем привет, ребят, с вами я, Макс, и сегодня мы с вами играем за Албанию в 1340-м. Всем приятного просмотра, ребят. Спасибо этому человеку за идею и комментарий. А мы с вами, ребята, начинаем. Высаживаемся, ребят, сразу целым кулаком вот сюда вот. Дальше высаживаемся целым кулаком вот сюда вот. Дальше высаживаемся в Венецию. Угу, высаживаемся. Пробиваемся. Так, ребята, пробиваемся. Вот так вот пробиваемся. Здесь мы с вами пробьемся. И, ребята, все, Венецианская республика у нас капитулировала. Давайте, ребят, заберем вот такие вот земли у нее. Почти все. Она не соглашается. Кто у нее в союзе еще есть? Наксосская, где она вообще находится? Хорошо, давайте посмотрим общим планом. Так, находится одна из них. А, Венецианская республика, ребят, еще не все, она еще не капитулировала. Ну, в принципе, у нее уже нет денег с нами воевать, я так вижу. Давайте, ребят, пробьемся. Вот так вот. И высадимся, ребята, в Венецианскую республику уже здесь. Так. Так, ребята. Это что такое? 76% ребят, мы сами забираем. Так. Пробуем заключить мир на этих основаниях. Я забрал? Вроде да. И, ребята, давайте заберем еще вот такие вот земли. А, нет, нам Монако не нужно. Значит, вот такие вот земли. И, ребята, они... соглашаются. Так, ребята, я так вижу. Так, вот это швейцарская земля, я точно знаю вот это вот. Так, ну, давайте пока что попробуем отправить мир. Согласятся, хорошо, не согласятся, продолжаем, потому что у нас еще, ребят, достаточно войск. И, ребята, они согласились все-таки на мир. Так, они пробились. Пусть пока пробиваются. Так, ну да, ребят, все, она капитулировала. Плюс еще одна, ребята, республика за Албанией. Так, ребят, я собираюсь забрать свою национальную землю Саранде у Греции. С этой с Сербией для того, чтобы просто ее отнять. Все. 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 Пару территорий, в принципе. Больше нам ничего от нее не надо. Вот ненавижу, когда они вначале сдерживают оборону, а потом начинают пробить. Это меня просто, вот просто раздражает. Сильно раздражает. Ага, все, мы больше ходить не можем, нас пробили. Мы их, в принципе, тоже сейчас пробили. Делаем, ребят, большой кулак. Не знаю, в принципе, тоже швейцарская земля. Италия у нас, ребят, идет вот так вот. Поэтому забираем вот эту землю и вот эту тоже. А вот это нам не хватает. Классно. Хотя я захватил уже, в принципе, много. Да уж. Плохо все. Давайте, ребята, тут тоже призовем. Сюда. Угу. Пробиваемся. Пробуем, ребят, опять заключить мир. Вот так вот. Просто нам больше ничего не надо. Швейцария у нас так идет. Австрия у нас вот так идет. Все. Больше, ребят, нам от них ничего не нужно. Так, заключаем мир с Монферратом. И заключаем, ребята, мир с Венецианской республикой. Так, ребята, они приняли наш мир. Да. Так, ребята, нас напала на Неаполитанская республика. Вот она. А не на Неаполитанское королевство. И мы с вами, ребята, начнем по ним пробиваться. Прямо сейчас. Ребята, я так вижу, они тут ослабли, в принципе. Они не такие сильные, насколько я думал. Так, высадка у нас тут получилась. Так. Даже если нас отсюда выбить, у нас, ребят, тут еще войска есть. Ага, мы кого-то освободили. Классно. Ничего. Так, пробиваемся. И, ребят, это был последний вздох Неаполитанского королевства. А все, ты уже нам... Так, ребят, ну, в принципе, все. Это не ее исконные земли. Давайте вот так вот заберем. Вот так вот интересно ее заберем. И она согласится. Конечно, согласится. Вот такие, ребят, у нас интересные земли. Вот такая, ребят, у нас интересные надписи. А они вообще тут есть? Вообще их нет нигде. А, вот. Албания. Итак, ребят, нападаем на эту Феррара. И нападаем на Флорентийскую республику. Даже если мы с ней граничим, мы с ней не граничим. Начнем граничить. Атакуем, ребята, ее. Атакуем. И пробиваемся. Так. Наступаем. Нас пытаются выгнать. И, ребят, у них ничего не вышло. Заключаем мир и забираем их обоих.
Замечательно. Перекидываемся, ребят, на эту вот луку. На лук. Ой, на луку. Какой-то лук я придумал. Не знаю, получится, нет. Республика Лука. Нападаем. Я думаю, ребят, мы с вами пробьемся с первого раза. И да, ребят, я был прав. Мир. Я бы еще, ребят, напал бы на Ливорно, наверное. Вот на эту. А, что это такое? Сиенскую республику, наверное. Не знаю, я думаю, что мы пробьемся. Давайте сразу сохранимся и нападем на Сиенскую республику. Так, пытается пробиться, ничего не вышло. Заключаем мир. Оп! Итак, ребята, последняя война с Неаполитанским королевством. С кем он вообще воюет? К чьей-то земле? Там он войну объявит. Смотрим, ребята. Все, ребята. Они капитулировали. Забираем полностью теперь Неаполитанское королевство. И забираем, ребята, вот эти вот земли Папской области. Вместе с Урбино. Вроде бы так. Да. Мне кажется, ребята, она сильная, очень сильная. Поэтому надо будет поосторожнее. Ребята, всего лишь нужно забрать вот эти вот земли у нее. Совсем чуть-чуть. Я так ощущение, как будто сейчас высадится в крысу где-нибудь. Так. Две высадки сразу. Я думаю, она не ожидала этого. Неожиданного наступления. Хотя бы куда-нибудь пробьемся. Так. А, не можем. Игры. Мне больше ничего от тебя не надо. Ура! Давайте посмотрим сейчас, какое население в нашей Албании. Какой у нее крупный город. Какая у нее экономика. И сейчас мы на втором месте. Давайте пока что все тут посмотрим изначально. Провинция, понятно, что мы... где? А где мы? А почему Австрия больше нас? Это как? А потому что у меня там еще какие-то земли есть. Ладно. Так, население, ребят, у нас вот такое пока что первоначальное. Ну, не первоначальное, а сейчас. Вот, мы пока на первом месте по экономике. По заявленным провинциям, ребят, мы с вами где-то... Где-то далеко-далеко. По состоянию, ребят, у нас ноль, потому что ничего нету. Вот такой, ребят, ход у нас был. Итак, дорогие друзья, давайте посмотрим, какое у нас население. Сейчас, да, я воевал с этой чушью. По итогу я заключил белый мир. Вот, ребят, где-то так пока что выглядит. Знаю, вообще что-то поизменялось. Нет, я думаю, да. Давайте посмотрим теперь нашу с вами население. Да. Пока что не так круто, как у этого государства. Экономика, ребята, на своем на первом месте. Законной провинции нету. Построить страны, ребята, опять же, на первом месте. Вот. В принципе, с вами на втором месте находимся с такими территориями. Все, ребята, всем пока, с вами был я, Макс, и всем пока, с вами в Аутску 2, ванильная. Объединяли за Албанию, Италию. Все, ребята, всем пока. И Албанию. С вами был я, Максим Майнкрафтер. Еще раз спасибо этому человеку за идеи и комментарии.